отличая свой дом от чужого. Распрямляешься, бежишь, и, пожалуй, в голове твоей поешь маршак, а в душе твоей высокой заколей бьется ветер одинокий до бури. Концерте Витебского листопада. Ну что ж, добрый вечер, уважаемые гости и участники 38-го открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Это все мое родное. И мудрости церковных книг ты простый люд завжди вчила. Твой след і про святіння зник. У ім охована її сила. Оберегаєш ти наш край і от покути, от нещастів і мові спадщиної не дай ти от безпам'ятства пропасти. Как белорусский наш народ до краев своих вертался, как не забыли мы свой род, как люд святыни вырокался, как с верой мы шли далей у новый день, у час неспынный горы для нас еще ярчей. Святая зорка Евросинья. Боже, Боже,
Разве не мои это глаза? Из печали небесной влаги где-то громко светится слеза. Но свет таинственный живет во мне, она моя. Моя душа всегда в пути, цветочек аленький, прости, я не сорву тебя, прости. Елена Фролова! Вот и осень пришла в город Витебск. Она всегда ознаменована таким замечательным листопадом. Действительно красивая осень, красивая музыка, красивая поэзия, которые так к лицу нашему городу. Конечно же, надо узнать, кто же стал победителем 38-го фестиваля. Итак, гран-при признания 38-го открытого фестиваля авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад». Вы знаете, фестиваль 38-й, но несмотря на то, что ему 38 лет, то, что сейчас произошло, произойдет впервые. Специальная награда «Признание за профессионализм в творчестве» вручается имени Саламаха, Инна Мороз, Новополоц, Беларусь. Впервые в фестивале побеждает автор, который написал свое произведение на белорусском языке. Иду